Добрый день! Сегодня видео такое у нас необычное для нашего канала. Все, наверное, ждут только каких-то видео о каких-то технологиях, каких-то приспособлениях, о биогазе, конечно же. И мы бы и рады всякие изобретения каждый день выкладывать, и всякие самоделки, и все остальное, но, к сожалению, во-первых, у нас нет на это возможности, хотя Саша бы и хотел этим заниматься, но довольно-таки это все дорогостоящее. Во-вторых, канал не только про какие-то технологии, изобретения, канал еще и про нас, про нашу жизнь. Это как бы наш блог. Некоторые просят снимайте покороче, не рассказывайте там про детей, не надо лишней воды. Вот, но извините, конечно, не получается снимать только про нанотехнологии. Поэтому уже давно мы собирались, но чуть-чуть никак не могли собраться с мыслями снять видео об, ну, о том, почему мы здесь живем, как мы сюда попали, об истории этого дома. Но параллельно хочу приготовить кушать на завтра. Готовить буду сырный суп с грибами. Бюджетный вариант, но, несмотря на это, очень вкусный и очень сытный. И простой в приготовлении. Для начала нужно поставить воду на газ. Так, вода у меня закипела. В воду я добавила 3 плавленных сырка обычных. К сожалению, выключился фотоаппарат, и я, в общем, не записался этот момент. 3 обычных плавленных сырка вот в фольге, которые продаются в любом магазине. Добавляю, порезала и добавила в воду. Они там расплавляются. Грибы мороженые у меня были в морозилке опята, которые мы осенью собирали. Я их тоже порезала помельче и в эту же воду добавляю. Пока порежу картошку. Так вот, что об этом доме. Дом построен был в 1936 году моей прабабушкой, которая шестью детьми бежала из станицы Убежинской Краснодарского края, от голода бежала, ну, после того, как моего прадеда, он смотрел за лошадьми, и одна из лошадей пала, ну, какое-то было стойловое содержание, а после того, как на лошади поработали, там что-то ездили, наверное, надо было, я не знаю, какие подробности, но, наверное, надо было еще походить с ней как-то, чтобы не сразу ставить ее, а ее поставили, просто там чем-то накрыли, и, в общем, лошадь, было холодно, лошадь заболела и впоследствии пала. И за это, как бы, за вредительство деда, прадеда забили нагайками насмерть. Вот. Ну и бабушка и 6 детей. Сначала уехала старшая дочка, под Туапсе работала на ферме свинаркой. А через какое-то время вся семья поехала за ней. По дороге от холода потеряли они одного ребенка. Бабушка вместе с ними, со всеми на этой ферме, где выращивали свиней, там они и жили. Потом, впоследствии, бабушка начала работать в колхозе, и ей дали участок, где в 36 году она своими силами, с помощью детей, не знаю, как она это сделала, не представляю, построила, в общем-то, этот дом. Дом саманный. И мы переехали сюда в 2009 году. До этого мы жили в Краснодаре, там познакомились, я там училась, Саша там работал. Потом пытались мы, и с родителями жили, и на квартире жили. После того, как поняли, что весь наш заработок, в общем-то, уходит на оплату аренды и на пропитание, что мы стоим на месте, продолжаем, ничего, никуда ничего не двигается, своего ничего у нас так и нет.
мы при первой вот возможности, появилась такая возможность жить хотя бы в таком, но в старом, но в своем доме, мы переехали сюда. Вот, так, я режу лук, и мне нужно будет его зажарить вместе с морковкой. Когда мы переехали, дом этот выглядел совсем по-другому. Был такой прямо бабушкин вариант. Была везде побелка, каждый год нужно было белить это все. Все отваливалось пузырями, вся эта побелка. Ну и все прелести как бы сельской вот этой вот жизни в старом доме. Я вообще никогда не думала, что я буду здесь жить. Я выросла в квартире, 30 примерно километров отсюда, с родителями со своими. И, ну, мы приезжали сюда на лето, в гости, там, к бабушке, но жить здесь я не... Вообще, это ужас ужасный для меня был, потому что, ну, во-первых, дом абсолютно без условий всяких. Здесь была вот просто комната, здесь стоял такой доисторический шкаф, с этой стороны стояла кровать, такая панцирная, как она называется, на сетке. И, конечно, печное отопление, отсутствие телевидения, здесь горы, никакие антенны, естественно, никаких нет проводов для этого телевидения. Вот мы поставили спутниковую тарелку, у нас появился телевизор. Вот, потом что еще? Отопление печное, вот эта печка всю зиму. Туалет на улице. Ну, в общем, все прелести, как говорится, старого дома. Я долго привыкала, конечно, к этому месту, долго как-то, вот, ну, собственно, мы решили этим всем заняться, разведением хозяйства, птицы, вот, куры, перепелки, хотелось бы завести индюков и коз, вот, думаем и о кроликах, и пчел хотелось бы. Все хотелось бы, но вот как-то мы, конечно, немножко тормознулись в этом плане. Так вот, куда-то я уже в другое место перешла, я рассказывала про дом. Я помню, как здесь, когда еще была побелка, и Саша мне карандашом рисовал здесь плиту, ручки такие рисовал, здесь там шкаф у тебя будет, здесь там это будет. Я смеялась, мне не верилось, что будет так все. В общем, все подаренные на свадьбу деньги мы вбухали в этот ремонт. В общем-то, нам хотелось, чтобы это как-то выглядело посовременней, поинтересней. А сейчас, ну, нам пришлось оббивать, в общем-то, по периметру все стены и потолок фанерой. Вот, а теперь мы думаем, может быть, надо было, бог с ним, потерпеть эту побелку и эти деньги как бы купить там больше птицы, построить большой курятник, во что-то стартовое вложить, и уже бы сейчас что-то бы приносило свои там плоды в какой-то большей мере. А мы на данном этапе все вот начинаем, никак не начнем, потому что вот места мало, нужен и курятник этот нормальный строить для кур, мы их сарай как бы там пихает то туда, то сюда, то носимся с ними, вот, никак не можем развиться нормально, и нужны навесы для них, и все делать, в общем, и заборы, и... ну, в общем, уже бог с ним, что сделано, то сделано, и этого как бы не изменишь, не вернешь, вот, зато у нас тут вот красота, обои, и все такое. Вот все эти шкафчики, мебель, вот это все встроенную вот эту вот кухню. Я сейчас, наверное, покажу немножко. Это все делал Саша сам из другой мебели, которую мы потом обклеивали просто пленкой. Вот все эти шкафчики, все
сам он делал. Получилась у нас вот такая вот встроенная, в общем-то, кухня, прям под окно, как бы, окна очень низко, вот фактически на уровне моего колена подоконник находится, ну, дом просаживается потихоньку, вот. И получилось так, что у нас тут все встроенное, все это мы обклеивали пленкой самоклеящейся, вот. Когда мы въехали, печка была на месте вот этого вот холодильника. Мы, идиоты, ее купили, в общем, камень декоративный, выкладывал Саша бедный, тут мучился камнем, было очень красиво, вот кафель вокруг, вот этот вот, здесь тоже был на полу кафель. Вот, ну, было очень здорово, но когда пришла зима, мы поняли, что с помощью этой печки, которая представляла из себя просто трубу вверх, мы отапливаем улицу, но чтобы протопить дом, нужно, не знаю, полмашины дров в нее вложить. В общем, первую зиму мы промерзли конкретно, потом эту печку разобрали. На месте ее уже Саша выложил другую с котлом водяным, и из которого уже вода шла по трубам и в батареи. Вот, такие батареи. Уже, конечно, было получше гораздо, но единственное, что весь отопительный сезон, вот эта грязь от дров, потому что, ну, считай, печка прямо в доме, в кухне, постоянно вот это вот все в грязи, все в золе, когда ее чистишь, вся кухня серая, черная, ну, в общем, страшный сон. Вот, а две зимы мы еще так прозимовали, и даже умудрялись шашлыки в ней готовить зимой, когда погоды не было. Если найду фотографию, то вставим ее. Вот, ну и потом Саша сказал, давай будем покупать котел, будем его ставить отдельно в сарае, чтобы еще и в сарае можно было протапливать. Я жутко очень этому обрадовалась, освободилось и место, теперь холодильник тут стоит. Вот, потому что места совсем немного, комнатулечки маленькие. Вот. И как бы стало гораздо так лучше. Ну, единственное, что только теперь стоит непонятно, непонятно почему в кафеле и без линолеума пол в этом месте. Ну, это уже мелочи жизни. Вот, а здесь был просто оконный проем, который мы прорубили и сделали здесь вот такой вход. И вот, вот ту часть как бы мы пристроили. По первости понаделали там окон, думали, будет у нас светло, будет у нас там стоять ванная. Ну, странно, как бы, да, сразу при входе ванная, но другого места для нее нет. Но в итоге ванна, естественно, у нас туда не влезла никакая, вообще туда мало что влезло. Поставили душевую кабину, тоже самодельную, с поддоном. Вот. Ну, вот такой у нас там вход. Такая кухонька, примерно, наверное, 2 на 4 метра, где-то так, вот метров 8. Вот она проходная и идет потом вот в ту комнату. Я перевешу туда свет, чтобы было светлее, покажу, что у нас там. Так, и главное еще не сжечь, лук. Морковку потерла на терке, добавила в лук. Вот она тут зажаривается вместе с лучком. Супчик наш подсолила. И добавляю картошку. Там уже у нас сыр, грибы и вот картошка. Так, следующая комната у нас, ну, как бы зал, тоже небольшая, комната проходная. Где-то тут сколько? Метров, наверное, 12. Ну, тут мы смотрим телевизор,
забрала пока с улиц, пока на улице холодно, котов домой, потому что жалко было, снег выпал, они там вообще в шоке были. В общем, потеплеет, выгоню на улицу опять. С трудом мы нашли сюда шкаф, потому что потолок здесь меньше 2 метров. Мебель тяжело найти с такой высотой. Окна Саша тоже менял здесь. Были маленькие такие, на 4 части еще поделенные окошечки. Ну, света было совсем мало, он все это доставал, ставил новые окна. Ну, точнее, не новые окна, чьи-то старые окна, ну, наши новые окна. Это свадебная наша фотография. Мы, кстати, в 2009 году и венчались сразу. Потом уже расписывались. Видео нашего венчания есть также на канале. Вот Ира пришла уже. А мы хотели печку с папой, и мы надеемся, будет уже праздник, и я маме покажу, она закроет глаза, и я покажу, как мы сделали замок принцессы королей. Ух ты, молодцы какие. И снега делали? Да, и там будут вещи. Здорово. Ира, одень тапочки, пожалуйста, пол холодный. Мы все сделаем, что мы затопили печку еще. Все сделали, а у меня руки заморозились. Я пошла, решила домой пошла. Молодец. Пойди. Ну, одень тапочки и помой ручки, пойди. Сюда. Вот тут обычно монтируем видео. В общем-то, обязательно тут должны всегда, сколько бы я ни убирала, лежать отвертки и шуруповерт. Ну и следующая, последняя комната. Примерно 10 метров комната. Это моя комната, в которой я играю тут. Тут мои игрушки все. Я посплю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, будет праздник, мы будем елочку наряжать, нам подарки дают. И потом, когда мы проснемся, нам мороз и принесет нам подарки. Да, вот мы уже костюм даже, да, приготовили? Да, вот мороз какой. Принес нам Дед Мороз подарки. Вот, да. Это костюм. Это крылья, это юбочка, а еще где-то палочка была. Вот на палочку внизу. Это костюм вот. Феи, да? И вот это одевать. Это палочка, которая вот тут под одеяло можно тут какую-то игрушку спрятать. И я заколдую там, вот есть или не есть игрушки. Ясно. В общем, это предполагалось быть детской комнатой. Эта комната, она единственная непроходная. Но зимой мы все вместе тут спим, потому что можно тут закрыть дверь и как-то получается тут теплее. А раньше вот тут вот на месте этого шкафа стоял телевизор старенький у бабушки. Вот тут вот был диван. Вот тут была печка. Большая такая вот, практически до стены. Сейчас тут вот завал с игрушками, некуда их девать. Чтобы сделать суп немного гуще, добавляем пару горстей овсяных хлопьев. Ну вот, сырный супчик с грибами готов. Ничего себе, супчик какой, грибной опять. Я не гнила. Да, грибной зачастил в этом году. Супчик, грибы были. Мне нравится грибной, он вкусный такой, ты делаешь, классно. Ну, с сыром он как-то лучше, чем просто грибной, мне кажется. Держи черный. Это опять то, что у нас были, да? Наши? Да, да, вот это мы собирали. Продегустируем. Ну, конечно.
конечно, Ира, с хлебушком, да? Ну, классный суп. А Ире нравится? Не нравится, но только мне больше сегодня нравятся грибы и здесь. Нравится или не нравится? Нравится. Много деткам нельзя. Они тяжелые. Для детского желудка. Мы вон с Ирой пока игрались, проголодались, строили башню из снега. А я ей показала. Я видела, прям настоящая. И окошко там сделано. А мы, когда будет праздник, мы маме покажем окошко. Только на праздник покажите. На мой день рождения мы маме покажем. День рождения. До августа, думаешь, где стоит? Да. У нас папа где стоит. Вот цыплят мне больше нравится, когда суп. На такие пожестче. Да с каких вот мы делали тогда, чуть-чуть разварилось немного. Царских. Не помню каких, но они были губчатые. Эти трубчатые, они не развариваются, так как губчатые, они такие, как вот. Не знаю, как медуза. Вот эти классные вообще. Я огурчик захотела. Не знаю, насколько огурцы подходят к сырному супу, но... А ты еще будешь тут когда-то? Что? Еще больше есть. Да, папа вообще всю кастрюлю съест. Вообще на завтра. И я съем. Ну, Сера, сейчас съедим всю кастрюлю, да? Значит, будет вторая серия. Вообще хорошо, грибы наши, огурцы наши. Отлично. И главное, полезно. И главное, мама полезна. Ну, мама молодец вообще, готовит, да, как вкусно? Да. И мама еще... Спасибо. И суп тоже ешь, или ты один хлеб будешь? Ира аппетитно гуляла на улице. Ну, я же говорю, мы там носились сначала на санках. И ты носил? Ну, так как эти сигареты пить и санок полетели. Да. А, ты был в качестве мотора? Это знаешь... Баба мне на санке так быстро, и знаешь что? И знаешь, я сама придумала замок. Молодец. Мама никогда такой замок не видела, да? Тогда даже можно заходить и что-то есть. Хороший тупчик. Хочется повторить, но не будем, потому что уже время такое. А подогрелась. Нельзя наедание. Да, после 6 нельзя, после 7 можно. Так что часик подожди. Вам можно, вас. Часик подожди, и в 7 уже можно будет. Вас все пролетает. Нам нельзя. Вообще ужинать желательно не надо. Да? Сказала Ира, вот доедая хлеб. Будет экономия еды. Ну что, не балуйся. Только папе можно за столом баловаться. Ну не балуйся. Огурчик. Огурцы тоже классные, вот рецепт мне этот нравится. Надо снять видео. Летом как-нибудь. Рецепт огурцов. Лучше вообще без ужина обходиться.
скачет этот сахар. Я огурцы прям люблю. Многие, кстати, не понимают, что сахар, вот как это, с диабетом. Да, думают, что это не белый сыпучий порошок. Думают, что сахар повышает конкретно именно название сахара, а не углеводы. Ну не будем о хорошем, да? Это что у тебя, корона такая? Или чего это такое? Сказать, подожди. Шлем. Шлем? От феи? Феин шлем. Фея в шлеме летает? Да-да-да. В короне. А это которая волшебная, что это? Палочка. А, это все-таки палочка. А то я думаю, мало ли, если это шлем, то может это что-нибудь там. Палочка. Доска. Ну, ладно. Ой, мама, спасибо. Вкуснятина сделала. На здоровье. Все. Если снимать дальше, то Ира будет есть до утра, поэтому... Снимайте дальше. Ты до утра будешь есть? Видео будет бесконечным. Вот это вкуснятина! Вот это вам вкуснятина! Это мама у нас, молодец! Это у нас папа поварщик! Все молодцы, всем спасибо! Всем пока! Маме спасибо, что приготовила, папе спасибо с Ирой, что поели. Спасибо! Спасибо всем, пока. Особенно нам спасибо, что поели. Спасибо, что у нас такой длинный живот. Начинается остановиться, главное, вовремя не получилось.